Привет-привет! А сегодня мы проведем фруктовый челлендж. Мы будем угадывать фрукты, пробовать их и смотреть, кому понравится больше, Алисе или Графу. Где твой граф? Только мы с закрытыми глазами будем пробовать? Угу. Правда, начнем? Да, можно закрывать. Закрывай глазки. Угадывай, что это? А что это? Это... мандаринка. Молодец, дай графу кусочек мандаринки. На. Он не любит. Любит мандаринку? Да. Мандаринку. Закрываем глазки и не смотрим, и не смотрим, и не смотрим. Пробуем. Что это? Банан! Дашь графу банан попробовать? Мандаринка ему не понравилась, а банан он съел. Значит, банан это вкусно. Закрываем глазки дальше. Закрыли глазки? Что это Алиса кушает? Огонь. Виноградик? А графу дашь попробовать кусочек? Вот тут бери или отламывай где-нибудь. Граф, попробуешь виноградик? Только, Алис, на палочке ему не давай, лучше ручками, зайка. Ты на палочке можешь, а ему не нужно. Как графу виноградик? Вкусно. Граф, вкусно или трудно жуется? Алис, тебе нравится виноградик? Виноградик у нас оказался не в почете. Закрываем глазки. Кусаем. Что это Алиса кушает? Груша. Груша? Дашь графу попробовать? Графу груша нравится? Граф, вкусно? Алис, тебе тоже груша понравилась? Ой, графу груша понравилась, он ее даже доел. Граф, тебе вкусно? Да. Пробуем дальше. Что это Алиса кушает? Это... ки! Это кукла, да? Да, попробуй, дашь графу? Киви нам не понравилось, да, граф? Не понравилось. Тебе понравилось киви? А где киви, покажи. Умница, хорошо, продолжаем? Закрываем глазки. Кусаем. Это что, Алиса, такое пробует? Это хурма. Хурма! Дашь, граф, попробовать? Она скользкая и терпкая. Тебе понравилась хурма? Угу. Граф, попробуешь хурму? Ну, не надо. Подожди. А ты уже? Конечно. А ну, граф, как твоя реакция на хурму? Мне понравилось. Тебе понравилось, а графу? Граф, тебе понравилась хурма? Похоже, что понравилось. Да. Итак, у нас графу нравится что? Груши, яблоки и хурма? Да. А еще банан. Да. Продолжаем? А банан. Закрывай глазки. А ну пробуй, что это такое? Это гранат. Гранат. Дашь графу попробовать? Угу. Графу. Можно. И графу дашь попробовать? Граф не разобрался, да? Ты что-то такое прикольное, а что не понял, да? Продолжаем? Да. Давайте посмотрим. Что Алиса такое пробует? Яблоко. Яблочко. А графу дашь яблочко? Он у нас яблочки любит. Лучше без палочки. Вкусно? Вадим кусок.
можно. Алисе яблочки понравились? И хурма понравилась, да? Продолжаем? Угу. Ну что ж, давайте попробуем. Алиса, закрываем глазки. Закрываем глазки. Сейчас мы что-то такое попробуем. Только мы глазки не открываем. Лимон. Лимончик? Да. Кисло? Кисло. Очень? Угу. Что, графу рискнем попробовать? Где лимончик лежит? Бери вот этот кусочек. А ну, граф, пробуем лимон. Похоже, графу не понравилось. Ему тоже очень-очень кисло. А мне понравилось. А тебе понравился лимончик? Нет. Класс. Ну что ж, закрываем глазки дальше. Итак, у нас последнее. Это у нас что такое? Апельсинка. Апельсинка. Можно один? Конечно, можно. Граф, дашь попробовать? Граф, попробуешь апельсинку? Скажи, Граф, это как лимончик для меня, да? Граф тоже не в восторге. Давайте назовем все фрукты, которые лежат у нас на столе. Давай я знаю. Называй, где какие? Груша. Да. Это? Хурма. Хурма. Агатик. Персик. Мандаринка. Мандаринка. Лимон. Киви. Киви. Гранат. Гранат. Апельсин. Га. Яблоко. И банан где? Банан. Правильно! Спасибо, что были с нами на канале Queen Alice. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч завтра. Пока-пока.